Юрий Шевчук, Юрий... Я могу ответить, но немножко иначе. Леонид, немножко иначе отвечу. Я был на гастролях в этот момент, я не мог, как бы сказать, отменить свои концерты, потому что уважаю нашу публику, людей. И я был на митинге вообще в таком городе, как хорошем очень Йошкар-Ола. И там было человек 100, был очень хорошо организован митинг, милиционеры такие, благодушные, на морозце стояли люди, такие злые мужики, лет под 40. Вообще было очень интересно. И было 100 человек, и нигде это не показывали, ни по какому телевизору. И я этим ребятам, которые пришли на митинг в Йошкар-Оле, где население-то всего, там ничего. И я сказал, что вы, конечно, более мужественные парни, чем даже те, которые сейчас пришли на Сахарова, потому что всех вас уже пересчитали. Но, с другой стороны, это серьезно очень, и мне кажется, не так важно сейчас уподобляться там героям мультфильма, а тебя посчитали, тебя не посчитали. Главное, что люди выходят на митинги. Выходят немного человек, но это очень важно. Для меня каждый человек важен в зале. Это очень серьезная вещь, и в Питере те, кто захотят, придут. Это точно. И в Москве тоже. Те, кто захотят. Мы никого силком никуда не тащим, в отличие от некоторых политиков, да? Вот это очень важно. Никакого насилия. Вот и все. Вторая часть вопроса Петру.